Мне кажется, нет, это не следствие наших западных войн. Мне кажется, это просто всегда такое было, и ну, как бы мне не хочется как бы говорить плохо, но я против общепита. Я считаю, что надо питаться все-таки правильной едой, и общепит, ну, это само по себе понятие такое, то есть это жирная пища, которая, естественно, там будет писать минус там 500 калорий, минус там неправильных Е, там С и всяких вот этих вот штучек разных, красителей. Естественно, там это все есть, поэтому я думаю, это было, это не сейчас появилось.